Строительство выезда из 6-го микрорайона идет полным ходом. Уже уложено 1250 метров дорожного полотна. Сейчас идет работа над тротуаром и прилегающей к дороге территории. В той части дороги, где ранее был уложен асфальт, сейчас проводят озеленение и устанавливают освещение. Работают с ливневой канализацией. Идет подготовка к укладке среднего и финишного слоя асфальтового покрытия дороги. Из комментариев в соцсетях, то, что не должен качественно асфальт. Это не финишный слой, это всего лишь основание. То есть еще у нас будет средний слой и верхний слой, можно его так назвать, финишный. Все эти работы по укладке верхнего и среднего слоя, они будут проведены одним разом, это займет не более 2 дней. Сейчас задача номер один – довести дорогу до соединения с Донбасским мостом. До него осталось проложить всего 200 метров дорожного полотна. Сейчас на том этапе у нас заканчиваются работы по выносу кабельных линий. Маленькое было с этим затруднение. И на следующей неделе приступается в активную фазу, переходит реконструкция Донбасской улицы, Донбасского моста. Чтобы провести работы в сжатые сроки, Донбасскую улицу придется перекрыть. Здесь планируется обустроить тротуар, провести освещение, а также заменить старое асфальтовое покрытие на новое. Сам мост также реконструируют и заменят на нем все ограждения. Сначала выезд и въезд из 6-го микрорайона планируется запустить именно через Донбасскую улицу, а уже вторым этапом обустроить соединение непосредственно с М4 Дон. Эти работы, они начинаются буквально там в течение 3-4 недель. Сейчас нам Росавтодор даст разрешение работать в полотне дороги, и мы пока не имели физической возможности просто загнать технику и подъехать, и какие-то проводить активные работы. Выезд из 6-го микрорайона предполагает двухстороннее движение. Ширина полотна позволяет разместить здесь 3 полосы – 2 основные и 1 реверсивную. Сейчас на объекте трудятся 30 человек, задействовано 7 единиц техники, в основном погрузчики и экскаваторы. В сентябре планируется завершить работы по первому этапу и передать дорогу муниципалитету. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно ТВ.